Всем привет! Вот покажу недавние покупки с Авито. Педаль, вот у меня, вон видите, она вся в пыли. Была вот такая педалька. А я купил такую же, только еще более чрезвычайную. Но она тяжеленная. Она эта-то тяжелая, это еще, короче, номер, год тут не указанный. Но самое главное, что здесь. Вот предыдущая педаль. Она у меня была, сейчас я покажу какая. Тут я три провода тянул. Тут у меня колхоз, можно сказать. Вот разъемы. Вот три провода тут вынужден был, чтобы на освещение. Это вот машина у меня для толстых тканей. А вот какая-то веревка, надо ее отвязать. А здесь все уже заводской разъем, все четко подходит, и свет горит, все как надо, только слабо держится. Но я сейчас посмотрю, может быть, тут подтянуть или что там. Это сейчас я сделаю. Главное, эта педаль, во-первых, плавнее, нежели вот эта. Это сразу начинает медленно-медленно, потом сразу быстрое. А это плавненькое. Вот тут что было. Ну, это куда-нибудь сгодится, конечно же. Здесь вот, как мы видим, разъемчик штатный. Вот он спрятался. Три освещения, один и два с педали. Сейчас я только вот этот скотч срежу. Вот терпеть не могу, когда вот скотчем. Скотч не для этого. Честно говоря, я функции вот этой, вот этого скотча и изоленты вообще не понял. Тут целый провод. Зачем тут это надо? Да, конечно, тут не совсем удобно подлазить, но все, там разъемы, о, все, никуда не денется. Они с разрезами, я их отверточкой развел, все, а то болталось, можно даже еще, да нет, уже никуда не денется. И контакт будет хороший, а то не контачило. Сейчас я покажу, как работает. С этим, с этой новой педалью. Новой старой педалью. Какая она новая, или ну не больше 70. А может больше. Ну, поехали. Так, свет. Свет. Свет тут фирменный. Можно хоть как сделать. Поехали. А что такое? А, все-таки контакт плохой. О! Вот так. Вот максимальный. Лапка была поднята, я думаю, да что такое? Ну все, окончательно, что на третий раз сделал, еще раз развел, зачистил контакты, теперь все. Иголка толстая. Но здесь все-таки... Сколько слоев? Раз, два. Слоев пять, наверное. Но это под толстую нитку. Под сотку. 100 л. Можно кожу заряжать сюда. Вот
максимальные обороты. Вот минимальные. Укол в секунду. Вот эта педаль вообще плавненькая. Ну, в общем, нормально. Тут миллиметров 6 я сделал. Но эта машина, она переделана довольно-таки. Ну, ничего тут сильно-то такого нету переделанного. Вот сделал строчку побольше. Да там зазоры побольше под толстую нитку. Игольная пластина тут под 150-ю. Игла здесь на 150 стоит. Можно на 90 поставить и шить кожу. Миллиметров 7. Легко. С педалью все хорошо. Так. И вот еще что я приобрел. Довоенное. Но про нее я сделаю видео чуть позже. Там завтра, послезавтра. Ну, сделаю. Все на этом.